Всем привет! Сегодня хочу показать вам монстеру Айденсона Минт, которую получала осенью очень-очень просушенные ушки. Спаниели просто были, а не листья. И она была бы намного больше, если бы не скинула те самые листья. Видимо, они настолько истощились просушкой, что растение посчитало их балластом. И я воспользовалась тем, что стволик внизу оголился, и посадила ее в более глубокую емкость. Тот горшочек изначально был в два раза ниже. Представляете, насколько маленький. Растение активно наращивает корни от ствола и запускает их в грунт, увеличивая себе питание. В общем, оказалась умничкой неприхотливой и еще и очень красивой. Смотрите, на каждом листе вот эта серебряная разрисовка. Окрас стабильный и украшает каждый листочек. Вот за это мне очень понравился и хотелось завести этот сорт. В общем, я довольна этим растением. Очень рада, что оно у меня живет и развивается.